Длинная рубашка в этом сезоне – вещь незаменимая. Удивительно многофункциональная, она подойдет и для офиса, и для свидания, и для пляжа, став вполне самостоятельным предметом гардероба. Предлагаю несколько удобных и комфортных образов с этим элементом одежды. В жаркую погоду длинную рубашку носить одно удовольствие. Просто-напросто затягивая поверх нее стильный пояс и надевая на ноги удобную обувь на плоском ходу. Сочетаем с брюками или шортами. Похожий альянс создадут длинной рубашкой и скини-джинсы в светлом дениме или белом цвете. Идеальный ансамбль для офисной пятницы, демократичный и минималистичный. Белую рубашку можно носить со светлыми джинсами, а джинсовую рубашку наоборот с белыми. Также отлично подойдет рубашка в клетку или полоску. Длинная рубашка – отличная альтернатива кардигану или кимоно. Создаем аутфит с платьем майкой, юбкой, брюками и лаконичными футболками. Пуговицы оставляем расстегнутыми или же можно застегнуть одну по центру. Рубашка достаточной длины может стать самостоятельным предметом одежды. Используйте ее как платье в зависимости от фасона, подбирая обувь и аксессуары. Из-под пятницы суббота. Раньше подобное сочетание легко могло сойти за моветон. Сегодня это самый актуальный тренд. Надеваем юбку поверх удлиненной рубашки, край которой должен выглядывать снизу. К слову, последнюю не обязательно заправлять целиком. Одну часть можно оставить на выпуск. Длинная рубашка – многофункциональный предмет гардероба, который можно носить практически в каждый сезон. Еще не имеете такой вещи в гардеробе? Быстрее на шопинг!